1983 году вышел первый в истории мирового кинематографа художественный фильм о взаимоотношениях двух представителей семейства млекопитающих. Человека разумного из отряда приматов и дельфинов из отряда китообразных. С тех пор мы узнали много интересного о дельфинах, однако и по сей день эти милые, симпатичные существа остаются для нас загадочными, а их внутренний мир полным тайн и сюрпризов. Сегодня в программе «Семь жемчужин. Люди и дельфины». Что их сближает и какие барьеры разделяют их. Всего дельфинов насчитывается 40 видов. Слово «дельфин» восходит к греческому «дельфис». Оно может быть истолковано как «новорожденный младенец». Кстати, звук, который издает дельфин, очень похож на крик младенца. Впервые я познакомился с дельфинами 80-х в Болгарии. Это было в Арнинском дельфинарии. Из того знакомства запомнилась мокрая одежда. Я сидел в первом ряду, и шаловливая Афалина, уверен, вполне преднамеренно окатила весь ряд водой. Освежила. Потом я встречался с дельфинами в Утрише на морской станции. Кстати, именно утришские ихтиологи в 70-х годах открыли необычный характер сна дельфинов. В этом состоянии у китообразных находится лишь одна половина полушария мозга. Вторая бодрствует. Причем левое и правое полушария дежурят поочередно. Это необходимо для того, чтобы дельфин даже в состоянии сна всплывал на поверхность за очередной порцией воздуха. Артисты московского передвижного дельфинария родились не в дикой природе. Поэтому наши дельфины научились не спать. Им это просто не нужно. Они не тратят столько энергии в течение суток, чтобы восполнять ее сном. Тем более в дельфинарии они ограничены от всех опасностей, которые могут подстерегать их в дикой природе. Ну а в дикой природе с дельфинами я встречался на Красном море во время сафари на юг, на границу Египта с Суданом. Сегодня для того, чтобы пообщаться с дельфинами, совсем не обязательно куда-то лететь за 3-9 земель. Дельфины и сами могут к нам приехать. Идея возникла в далеком 1992 году. Хотелось придумать нечто такое передвижное, максимально удобное, которое могло бы находиться не на побережье, а как бы занимать центральную полосу России, другие города, и тем самым круглогодично могли радовать зрителей. И, наконец-то, после долгих, в общем-то, конструктивов при участии техников и разного рода специалистов по системе фильтрации бассейновых тонкостей, в 2008 году родился наш передвижной дельфинарий. Мы в Уфе, на улице Декабрьский мороз, скоро Новый год, а здесь, под сводами надувного дельфинария, близкой по составу к морской воде, весело плещутся дельфины. Ежедневно все эти зрительские места заполнены уфимцами и гостями города. У артистов московского передвижного дельфинария полный аншлаг. Стартовали мы с города Чебоксары и по сегодняшний день продолжаем работать. В данный момент по России находится 5 проектов подобного рода, что наш. Один центральный находится в Москве. Остальные разъезжают передвижным образом жизни по, в общем-то, разным городам. Сейчас вот один из этих дельфинариев находится здесь, вот, в столице Республики Башкортостан. Сегодня в России насчитывается более дюжины дельфинариев. Уфимцам по гастролям хорошо знаком дельфинарий из Набережных Челнов. В прошлом году он приезжал к нам в гости. Московский передвижной дельфинарий – один из самых известных в России. Да и не только в России. Его артистам аплодировали и в Европе. Рождены они в неволе. Вот, приехали из разных дельфинариев. Вот, допустим, один вот наш центральный животный, он приехал у нас с Анапы. Вот. Второй родился в Москве, в московском зоопарке. Котики приехали также с побережья. Из Владивостока поступил к нам вот этот кит Гоша, да, Белуха. Среди артистов московского дельфинария два черноморских дельфина Афалина, Эрвин и Одиссей, кит Белуха Гоша и морские котики. Их выступления каждый раз вызывают у зрителей бурю эмоций. Yeah.
1999 году в мире насчитывалось всего 200 тысяч белух, не считая России. В России сегодня несколько популяций. До 15 тысяч в Анадырском заливе на Чукотке. В Охотском море три популяции, каждая до 15 тысяч. В море Лаптевых, Карском, Баренцевом и в Белом до 20 тысяч. Кстати, впервые кит-белуха был показан зрителям в 1861 году в цирке Барнума. Считается, что в российских северных морях плавает до 100 тысяч полярных дельфинов-белух. Самки белух в длину достигают 5 метров, самцы, как наш Гоша, 6 метров. Вес доходит до 2 тонн. Успех артистов – результат ежедневных тренировок. В работе с дельфинами нет понятия «дрессировка». И наши герои, которые уже давно работают с дельфинами, не зовут себя дрессировщиками, только тренерами. Впрочем, они больше друзья, партнеры для дельфинов. У нас очень расписной график, то есть 5 тренировок в день. Утренняя тренировка, она как доброе утро, мы пришли, они только недавно проснулись, так, подошли, покормили, пару движений поделали, вот, подняли настроение, ну, на этом остановились. Ну, остальные тренировки более усиленные, новый материал, повторения, где-то подработки, ну, и вечерний докорм. У них есть мячики, мы бросаем, чтобы они не скучали. Они либо легли, отдохнули, либо поиграли между собой. Антон познакомился с дельфинами, когда ему было 12 лет. С тех пор и продолжается это знакомство. Это было в 12 лет. Я пришел на представление тогда в Москве в дельфинарии. И сходил на фотографию с белухой. И вот это ощущение прикосновения кожи дельфина, кожи белухи, я помнил, я его ощущал до того момента, как я попал в дельфинарий. Я учился в ветеринарной академии, и после какого-то времени мой знакомый из института привел меня вот в эту сферу. Между прочим, дельфин Афалина способен доныривать до глубины 535 метров. Белуха в состоянии достичь 647-метровой отметки. Она занимает почетное третье место на пьедестале ныряльщиков из семейства млекопитающих. Уступая лишь морскому слону и киту-кашалоту. Зачем афалинам и белухам так глубоко нырять? Ну, конечно, не ради спортивного интереса. И все же для чего? Жизнь заставляет. В дикой природе кит-белуха обитает в арктических широтах. В поисках моллюсков и ракообразных он и доныривает до таких больших глубин. Кстати, головой белуха способна разбить толстый слой льда. При этом она совершенно безопасна для человека и всегда видит в нем лишь друга. Работая с животными, ты просто учишься по-другому, может быть, лучше чувствовать, воспринимать. При отсутствии какого-то вербального общения, как между нами, ты учишься воспринимать какие-то, как угодно. Можно назвать это эмоцией, можно назвать это энергией, можно назвать это еще какими-то терминами, но учишься ощущать другое существо. И контакт происходит и с животными, и с людьми впоследствии, вот именно на тонком уровне. Словарный запас дельфинов насчитывает до 14 тысяч звуковых сигналов. Причем свист дельфинов можно разложить на составляющие – звук, слог, слово, фразу, абзац, контекст. У разных дельфинов есть даже свои диалекты. Свои сигналы дельфины издают на очень высоких ультразвуковых частотах, которые порой недоступны нашему слуху. Представьте себе, если звуковое восприятие человека воспринимает частоту до 20 кГц, дельфины используют частоту до 200. При всем при этом, английские ученые из Сент-Эндрюсского университета считают, что дельфины способны к присваиванию и распознаванию имен. А это значит, что наши тренеры, два Антона, имеют на дельфинем языке еще одно имя. Узнать бы какое. Ну, я склонен верить ученым, потому что все звуки, которые слышу я, ну, я не считал, сколько их, ну, обширный. Вот белый кит Гоша очень такой фантазер в плане подражания звуков. Между прочим, в мозге дельфина в два раза больше извилин, а сам дельфиний мозг на 300 граммов тяжелее, чем человеческий. Оба Антона за годы общения с дельфинами уже научились понимать их необычную для человека речь. По свисту, издаваемому Гошей, тренер может угадать его настроение, радость, любопытство, а бывает и ревность. Белый кит Гоша очень
очень человечный. У него целый спектр мимики, эмоций, которые его постоянно обуревают. Вот Антон с ним работает. Он постоянно пытается что-то донести. Это может быть какие-то маленькие, не серьезные там обидеться, а какие-то подобитки, какие-то веселье, какая-то хитрость. И постоянно какая-то эмоция очень, можно сказать, антропоморфизированная. То есть он очень человечный. Кстати, по словам тренеров, прикосновение человеческой ладони к гладкой коже дельфина словно лекарство лечит многие болезни. Выравнивается давление, проходят головные боли, поднимается общий тонус организма. В нетрадиционной медицине есть понятие дельфинотерапия. Всего час мы проплавали с дельфинами, а такое ощущение во всем теле, будто лет на 5 помолодели. Все-таки есть ли какая-то мощная внутренняя энергия, которая дает заряд бодрости всем окружающим? У дельфинов, как и у настоящих людей, инстинкт взаимопомощи развит сильнее инстинкта самосохранения. Дельфины – это высокоразвитая цивилизация, альтернативная техногенной человеческой. Зоологи считают дельфинов самыми умными млекопитающими. На втором месте – слоны, на третьем – обезьяны. Кто к нам ближе? Дарвин сказал бы – обезьяны. Индусы – слоны. А для меня – дельфины. Надеюсь, не только для меня. Людей и дельфинов издревле тянуло друг к другу. И, несмотря на многие барьеры, разделяющие людей и дельфинов, эта дружба крепнет. Летом 2012 года канал БСТ и телепроект «Семь жемчужин» показали 5 серий приключений уфимских подводников на водоемах Заурали. В январе 2013-го запланирована новая экспедиция. На этот раз отважные ныряльщики исследуют незамерзающие водоемы Башкортостана, Татарстана и Самарской области. Смотрите новое подводное приключение на башкирском спутниковом телевидении. Партнер проекта «Альфа Спорт» – эксклюзивный представитель итальянской фирмы «Six Up».